Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Итак, каменные орлы. Хорошо. С автомата разбиваются. По крайней мере, разбил с автомата. К чему я это говорю? Потому что в прошлом видео я спрашивал, что с ними делать. Оказывается, вот так вот можно с ними поступить. Итак, нам надо найти штаб. Штаб. А штаб у нас вот здесь. Мы его видели. Так, подняться посюда можно. Где-то вот здесь вот подниматься надо. Штаб должен быть где-то здесь. Так, по городу не будем разбредаться сильно. А вот как подняться туда только? Где вход? Вот сюда, наверное. Тихо. Где у нас что здесь имеется? Ага. Так, он у нас внизу, видимо. Штаб, найти штаб. Вот я прям слышу, что он. Что он где-то булькает. Да. Нет. Так, ты здесь, да, штаб? О. Правильно я зашел. Это я удачно зашел. Берем. Какие-то заметки взяли. Посмотреть коллекционный предмет. Так, тоже вооружились. Только понять не могу. Этажом ниже, что ли? Ага. Все, понятненько, тут где-то что-то работает, можно сломать. Совершить диверсию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же быть? Как быть? Стоять. Ну давай, двоих что, я обману, что ли? Обману. Ну давай, расходись по сторонам. Так, а ты-то чего насторожился? Тихо, ты же меня не видел.
Не надо врать. Стоять. Вот и все. Блин. Вы что так будете ходить один за другим? Все чисто. Да я уж старался. Надеюсь, мне это зачтется. Тут больше ничего нет. И так он патронов столько потратил на этого козла. Хотя он мне в один патрон должен был обойтись. Ну вот штаб. Это точно штаб. Но где же София? Нет, нет, нет. Мне не надо это барахло. О, сколько всего здесь. Вот это кладезей. Вот это я молодец. Взрыв пакеты. Думаю, мне они понадобятся. Взрыв пакеты? Ну, может быть. В записке Софии говорится, что она отправилась в замок. В замок, значит. Давайте посмотрим. Ага. Так, обследуйте мавзолей. Так, ну снайпера-то я убрал, почему бы и не обследовать? Вот сюда давайте пойдемте. Тем более он недалеко. Так. Вот там что, люди еще, что ли? А нам зачем люди? Нам не нужны люди. Так. Ага. Еще их слушать можно. Блин, вот там где-то куча людей должна быть показана. Кажется, кто-то смотрит. Я сейчас посмотрю вам. Ну давайте. Хорош, понесись, кибять. Чтоб никто не смотрел. Воу. Да беги, конечно. Или что, они позицию заняли? Давай. Я их выманю. Пусть бегут. А так тут удобно так-то. Ну все, один уже прибежал туда.
Да вот только толку-то, что ты здесь. А вот и весь расклад тебе. Выбил. Не вижу. Ладно. Из кустов. Так, все, бежим. Уходим. Скрытыми перебежками между тележками. Вот так вот по улочкам, по закоулочкам, по переулочкам. Да беги прямо, нормально беги. Тебя здесь никто не ищет. Я уж позаботился обо всех, кто мог тебя искать. Ну, пистолету к пулемету неплохо нашел, да? Так, один-то где-то тут прямо такой вот был, которого кувыркнул аж. Вот здесь вот. Здесь? Вот он. Аж кувыркнуло. Думаю, я собрал все, что мог. Ты уверен? Смотри, чтоб потом не пожалеть. Так, вот здесь вот где-то мы перебили их. А все-таки кто-то бежит на выручку. Кто-то бежит на выручку. Ой. А там-то кто на меня смотрел? Здесь-то ладно помечен, а тот-то не помеченный враг, получается. Или откуда-то снизу можно было. Ай-яй-яй. Так, пока не будем этого одного будоражить. А то этих спугнем. Они где-то внизу, да? Тихо, тихо, я за кустами. Ну-ка. Крови весь измазался.
Так, укрытие раскрыто. Ну ничего страшного. Пусть бегут. Это мне очень пригодится. Беги, давай, беги. Ломаем. Залазим. Что мы видим, что мы видим, что мы видим. Так, а выше-то все? А, вот, все-таки можно, можно. Как тут все продумано. Похоже, наш друг ведет дневник. Наверняка полезное чтиво. Вот на досуге прочтем. Так, урон меньше, да? Причем значительно меньше. Блин, да нет, падай. Тут высота-то детская. Все. Что у нас остается? Обыщите кладбище. Ну да, кстати, нам говорили. Ну все, отправимся на кладбище. На кладбище. Только мы туда идем как посетители, а не как постояльцы. Итак, так, так, и так, так, так. Ой, на меня кто-то смотрит. Я вот, ага, вот он. Смотрел более. Конец связи, дружище. Конец связи. Ой, а я что? Связиста убил? Я связиста убил случайно. Ну ладно, миссия все равно сделана. Вот, вот так вот получается вот. Случайности. Ой. Кто-то где-то впереди есть. Посмотрите, он убит. Хоть оно и не обязательное задание, но тем не менее я его сделаю. Ага. Где ты, падла? Так. Наверху, что ли? Нет, нет, нет. А, вон он. Что-то я не совсем понял, что это было. Кажется, партизанам перекрыли кислород. Возможно, я сумею им помочь. А! Понятно. Это не я виноват. Не моя вина. Так. Кто у нас тут остался? Так.
Куда уходит? Попал. А еще остались кто? О, да. У меня тут раздолье, как я понимаю. Так, и меня заметили. Ничего страшного. Мы всегда готовы смыться. Далеко, далеко. Полезли, полезли. Давай, давай, давай. В жопу, смотрите, как ему зарядили. Вторая дырка в жопе появилась. Да. И через сердце аж. Так, кто у нас еще? Да. Подожди. В сердце. Во-во-во-во-во-во-во-во. Меняем. Так, мне надо. Где? Вот этот рулончик. Вот этот. Все. Обратно камушек. Где они? Вон они, они. Тихо, 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 тихо. Попал. Жбан. А там еще сосед у него. Че? Понять не могу, что их не устраивает. И так хорошо и мирно жили. Пулемет, где-то там пулемет. И вот пулемета мне надо вывести из строя, это точно. Где ты? А, бегел. Где ты, где ты? Фашисты. Так. Еще раз воспользуемся бинтом. На своем здоровье мы не будем экономить. Вот и все. Вот один бинт потрачен, один бинт взят. Так. С ним не встретиться надо, да? Ну, посмотрим. Пистолеты к патрону. Патроны к пистолету. Пистолеты к патрону. Так, 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 так. Сколько вас здесь? Тут еще где-то офицер был. Я его, кстати, не обшмонал.
Больше ничего не найти. Да почему не найти? Вот он. Вот, график дежурства нашел у него. Видите? Сказали не найти ничего больше. Повредим на всякий случай, мало ли. Что, отсюда отстреливаться можно было? О, какой-то график. Ну, вроде бы пока все есть. Ни в чем не нуждаюсь, правда? Правда. Так, мне вот сюда сказали прийти. Я пришел. Вам помог. Что вы мне хотите предложить? Ничего? Мог по-другому зайти, да? Ну ладно, я вам помог, помог. Теперь мне на кладбище надо идти. Кладбище. Кстати. Кстати. Ладно. Что мне тут надо найти? Хороший вопрос. Так. О. Что-то мигнуло. Тут и пригодится подарок Софии. Ну вот. Теперь точно попаду в ад. Нормально. Что меня здесь ждет? Я смотрю, у кого-то есть друзья и под землей. Ну, вроде неплохо пока живем. Так, а я не понял, а что, здесь можно было зайти? Или это взрывом так разнесло? Так, идет поиск врага. Кстати, петухи-то больше не попадались, нет этих? Германские орлы-то. Так, все. Теперь найти Софию надо. Ну, это гораздо легче уже. Германцы. Я уверен, где-то вот здесь вот он есть. Почему-то я так думаю, что он должен быть. Ой. Что-то взял. Вот, смотрите, снайперская винтовка, кстати. Почему-то я думаю, что где-то здесь есть этот орел. Ладно. Сейчас вот он мне без разницы. Попасть сюда можно, ну, вот этим путем неплохо. Давай, испортим. Да. Ну. Ну ты, тварь, будешь залазить? Ты козел. Так, сейчас у меня могут возникнуть проблемы, да? Вау. Итак, вот. Первые проблемы начинаются. Verschwunden. Haltet eure Augen offen. Ну ты его давно уже нашел, не надо мне тут заливать. Hey. Торчат такие рукоятки, блин. И ты не видишь. Kann ihn nicht finden. Wachsam bleiben. Буду на чеку. Оп! Вот и все, погода.
и в кусты его, падлу. Блин, блинский. Так, тут у меня... Как сюда попасть? А, вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрим, что у меня есть. А у меня есть, ну вот у меня есть, ой, чуть не попался. Все так, растяжка, если я не ошибаюсь, моя растяжка. А хотя какой, они сюда далеко, так по идее не пойдут. Так, ну что, ну найдете вы трупы там. А я в это время вас сейчас еще и гранаткой порадую. Всех сгоняет. Вот ты падла-то какой. Так, сойдет. Ну что, что ты, что ты? Высунулся, сам виноват. Сейчас мы и до тебя доберемся. Вот с этого края. Обойдем только. Тихо, 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 тихо. Прекрасно и далеко. Не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко. Здесь больше нечего искать. Там не обойти эту тварь. Спокойно, не дерется. Давай потихонечку обойдем его. Не ведется, да? Ах ты тварь. Блин, столько патронов на тебя извел. На гадину. Больше ничего. Так, минутку. Надеюсь, не опоздал. Установите таймер к заряду. Вот так.
О, взорвал. Не привлекая к себе внимания. Ну-ка, давай-ка еще вот так вот сделаем. Для всяких случаев. Вот так вот. Оп, мало ли. Чтоб нас не беспокоили. И будем смотреть. Основное задание, да. Тихо, тихо. Клава. Ты должна быть ангел. Есть разговор. Снайпер УСО. Что ж, очень рады. И это все? Она спасла нас. Чего ты ждешь? Давай поговорим. Говори. Че? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!